NZK, наверняка вы скажете, что же это за странное сочетание букв? Вполне возможно, это музыкальная группа. Все верно, это новый украинский музыкальный проект от лейбла Мозги Entertainment, во главе которого Потап и Ирина Горовая. Давайте разберем премьеру клипа и определим, это топ или флоп. Погнали! Ребята, я всех рад приветствовать на своем YouTube-канале. Кто еще не знает, меня зовут Богдан, это «Румский взгляд». Добро пожаловать в мою интернет-семью. Становись частью этой интернет-семьи и будем вместе покорять музыкальное пространство YouTube. Ведь наша задача – стать главным музыкальным каналом на русскоязычном YouTube. Сегодня мы говорим об украинской музыке, и у нас на очереди новый проект от Потапа NZK. Почему такое название, я не знаю. О группе еще не успел ничего прочитать, и к тому же я напоминаю, что предварительно ничего не гуглю, не смотрю, не слушаю, дабы моя реакция была максимально честной и искренней. Название песни «На дохуя» совмещает некую игру слов, поэтому нам предстоит понять, насколько это хитовый трек, ну а главное, смогут ли полюбить миллионы людей. Так что давайте посмотрим клип и поставим свой суровый вердикт. Погнали! Мотив мне нравится. О, клип дорогой, однозначно. Видно, что работали стилисты, гримеры. Хорошо, очень хорошо. О, а этот парень, он же, по-моему, был в группе с хиту Зминому Взути или New School. Да, точно был в составе какой-то из групп Потапа. Ну, к клипу нет претензий, даже не... Увидев все видео, могу сказать, что работа потрясная, класс. Видео крутое, реально. Кстати, по-моему, оба парня были в составах разных групп. Вот стопудов. Да. Хореография, конечно, оставляет желать лучшего. Мне вообще нравится видео, где есть некий абсурд. Это запозычено от «Время и стекло». Они, по-моему, были одни из первых, кто вообще придумали это направление в видеоклипах. А, и группа «Серебро». Идея с ванночкой, где полно кукол, прикольно, мне нравится. Я бы сам такое использовал для какой-то работы необычной. Стопудово этот участник тоже был в составе какой-то группы. И интересно то, что они из разных возрастных поколений. Вот мне кажется, они все разных возрастов. Это странно и одновременно интересно. Ну, песня запоминается за счет того, что слишком много звучит припева, и, в принципе, одни и те же слова. Но это не пик, я не знаю, шедевральности лирики Потапа, поэтому у меня спорное ощущение пока что. Движение не нравится совершенно. Блин, ну я не знаю, очень спорное ощущение. За видос однозначно 10 из 10. Видос стопроцентный топ. А вот музыка, лирика сама — это что-то среднее между Потапом и Настей и группой «Время и стекло». Я бы поставил 7 баллов. Но тем не менее, я думаю, песня будет заедать. Она будет популярна, она найдет свою целевую аудиторию и наверняка полюбится очень многими людьми. В целом неплохо, одобряю. Обязательно в комментариях напишите, откуда вы вообще услышали об этой группе, как вам песня, как вам клип, и поставьте свою оценку от 1 до 10. Продолжаем изучать украинскую музыку, и как вы думаете, кто будет следующим на очереди? Ребят, я не прощаюсь, желаю вам отличного настроения, побольше заряда позитива, и до скорых встреч на моем канале. Не забудь подписаться. Румский взгляд.